Сегодня уже много говорили об уровне подготовки именно специалистов. И звучали правильно такие слова, что академия как бы закладывает базу какую-то. Вот. В принципе, нам в нашей компании и нужно, чтобы выходили ребята именно вот с базовыми знаниями. Всему остальному мы их научим. Вот. У нас, допустим, инженера проходят постоянное обучение на заводе. Вот, постоянно проходит квалификацию. Вот, то есть всему остальному мы научим. Главное, чтобы была база. В России у нас находится производство тракторов. Это в Москве, в Домодедово. Вот, трактора выпускаются там довольно-таки качественные. Вот, они могут конкурировать с другими тракторами. Вот, но мы берем еще и работы сервиса, работы запасных частей, то есть сроки поставки. Все это сказывается в итоге на конечный результат. Такие мероприятия проводить стоит. То есть это непосредственно живое общение происходит между сельхозпроизводителями, также работниками каких-то предприятий и студентов, и в том числе преподавателей. Вот, с точки зрения студентов, я думаю, они выбирают свою будущую работу, то есть где они будут в дальнейшем работать, там, сначала проходить практику. Вот, для сельхозпроизводителя это поиск новых перспективных сотрудников. Вот, для нас, организации, также поиск сотрудников. Мы сейчас берем 4 студентов. Они у нас будут проходить практику. Вот уже с 5 мая они начинают проходить практику. Сейчас все это находится в оформлении, оформляются документы.